Окей. Объясните по сегодняшней ситуации, почему переносится гонка? Ну, Marek is speaking better in the Russian than I, that I think that... Окей, Marek. Я бы хотел сказать, что погода сегодня такая... Но не наилучшая для спидвея была, дождь шел целый день. Мы посмотрели по прогнозам, так и показывал, что будет такой перерыв между 4-й и 8-й. Но не повело, да, потому что снова мы начали. Вы знаете, трек был, я бы сказал, не наилучший. Да? Можно было попробовать здесь, но потом пришел дождь. Раз, два раз, снова пойдет. Это небезопасно. Это опасно для гонщиков таких по таким треку ездить. А тоже мы знаем, что завтра, на завтра прогноз лучше, там солнце будет. Думаю, что можем ездить эти соревнования в хороших условиях. Да. Все ли гонщики и завтра примут участие в соревнованиях? Мы думаем, что может быть, что одного или второго. Может быть проблема с одним или с двумя гонщиками, потому что кто там получил травму, я тоже, нам надо проверить тоже еще сегодня. Но в принципе это обязательно для гонщиков взять участие завтра тоже. Потому что это такой резервный день для этого соревнования. Да? А результаты первой серии заездов аннулируются? Аннулируются. Мы начинаем с первой гонки в 5 часов. Не раньше, чем сегодня, потому что... чтобы было более времени, чтобы прежде ночью. Спасибо. Да? Все, спасибо.